Привет! Лёшка Мельничев на проводе, Алексей Мельничев на связи. Сегодня коротенько о авиаперевозках. Они оживают. На самом деле очень большое количество авиакомпаний объявляет о возврате на рынок. Возвращается на рынок в основном пассажирские перевозки. В связи с тем, что с масками у нас, в общем-то, все, с заводами, которые производят маски, все, со всякими ИВЛ и остальными коронавирусными приборами тоже все, больших грузов из Китая больше нет. Но пассажирские авиаперевозки, возвращаясь на рынок, сталкиваются с той ситуацией, что загрузка самолетов пассажирами достаточно мала. То есть самолеты летают полупустыми сейчас. Есть грузовой отсек в каждом пассажирском самолете, поэтому авиаперевозчики начинают использовать эти грузовые места для грузовых перевозок. В принципе, так было всегда, но сейчас это особенно остро. Им надо добрать что-то для компенсации расходов по перевозке, по перелету самолета. Соответственно, грузовые места достаточно маленькие по объему, но вес могут брать достаточно большой в связи с тем, что пассажиров на борту мало, соответственно, вес можно поднимать практически до бесконечности. К чему я все это говорю? К тому, что сейчас из Китая появилась новая система расчета стоимости перевозок, которая называется density. Density фактически это плотность груза, если впрямую переводить. На самом деле речь идет о том, что чем тяжелее груз и меньше его объем, тем за меньшие деньги за килограмм авиаперевозчики, которые готовы его перевозить на пассажирских рейсах. Соответственно, если груз объемный, но легкий, то за килограмм там цена остается все еще достаточно высокой – 5, 6, 7 долларов за килограмм. Если груз плотный, density высокая, это значит что, например? Это значит, например, что один куб от 250 килограммов до тонны и выше, до 1000 килограммов и выше. Так вот, в случае, если, например, куб весит более 1000 килограммов, то цена уже упала ниже 2 долларов за килограмм. И авиакомпании борются именно вот за этот груз. Если у вас такой груз, то вы получите миллион предложений от авиакомпании. И сможете выбрать между 1.70 или 1.90 или 2.20 доллара за килограмм. Вот новая реальность сегодняшнего дня. Реальность заключается в том, что у нас появилась новая величина, которую мы раньше практически не использовали. Density of cargo. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока.